Привет, меня зовут Андрей Жариков, я сеньор веб-девелопер со стажем 8 лет, преподаватель школы программирования и ведущий разработчик Geekbrains. Первые несколько тысяч рублей я заработал именно с помощью PHP еще в старших классах школы, когда делал простой сайт-визитку знакомым. А на третьем курсе зарабатывал около $500 в месяц и купил себе крутейший компьютер. Смешно вспомнить, ведь сейчас программист PHP в Москве может спокойно получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, а топовые спецы получают еще больше. Особенно если работают с зарубежными заказчиками. Если же больше денег вы цените свободу, сможете за немного меньшие суммы работать на фрилансе. PHP используется на 82% всех серверов в интернете. На сайтах, визитках, блогах, интернет-магазинах и крупных сетях вроде ВКонтакте, Facebook, Википедия. Только вдумайтесь, это 240 с лишним миллионов сайтов. Работы для PHP программистов лет на 100 точно хватит. Основа профессии Senior Web Developer – популярный фреймворк EE второй версии. Кроме этого, вы научитесь использовать на клиенте модный нынче фреймворк AngularJS для создания сложных интерактивных приложений в браузере. И, наконец, вы научитесь использовать платформу Node.js, чтобы делать приложения для общения в реальном времени. Например, чаты и онлайн-игры. PHP-программистов сейчас много, но мало тех, кто может свободно использовать эти технологии в комплексе. Именно такие специалисты сейчас наиболее востребованы. Будьте в их числе!